Всем привет! В общем, я приехал в то место, где заснял очень много сазана. Как-то раз я это вам показывал уже и говорил, что сюда поеду, в эти места попробую половить этого сазанчика, который здесь стаями ходил прямо вдоль берега. Но прошло 2 недели, я вот сейчас сюда приехал. Приехал с утра рано я сюда, но был очень сильный ветер. Поэтому я даже закидушки очень долго собирал. Еще вообще думал оставаться здесь, не оставаться, потому что, блин, ветер, ну, очень сильный был. Сейчас вроде бы подуспокоилось, но очень сильно упала вода. Теперь здесь очень далеко видно дно. И не знаю, будет подходить опять так сазанчик или нет сюда стаями. Если честно, даже в этом нет уверенности. И я уже подумывал отсюда, если честно, переезжать куда-нибудь в другое место, поехать ниже по речке, поискать места поглубже. Думаю, посижу, посмотрю, если опять так же сазанчик сюда будет подходить толпами, тогда останусь, половлю его. Ну, в общем, посмотрю, как быть, как здесь по берегу вообще рыба будет, не будет. Вот сейчас видите, там закидушка. Я их камнями прижимаю, чтобы трава не собиралась на леске. Но вон она все равно насобиралась и сорвала закидушку. Ну, вот здесь 4 стоят, и там у меня еще дальше 5 стоит. Поставил пока так, экспериментально. Особо не закармливаю, не вижу пока в этом смысла. Но зато я не увидел сазана. Но я вам сейчас покажу, что я увидел. Там чуть дальше теперь по берегу. Там ходит куча амура. Ну, там разный размер. Такой, такой, сякой, всякий. В общем, я сейчас прошелся, опять посмотрел. Смотрю, там рыба какая-то плещется. Пошел туда глянуть, а там амур плавает прям. Ну, так же, как вот сазан плавал здесь толпами. Так теперь там амур, вон он там плещется. Сейчас я пойду вам поснимаю, покажу. Но я только не знаю пока, как его ловить. Допустим, если я пойду сейчас туда закидушки устанавливать по берегу, то я, скорее всего, его распугаю. И, впрочем, вот как быть, я не знаю. Он есть, рыба есть, я ее вижу, все, крупный амур плавает там. Но как его пока поймать, я не знаю, без понятия. Сейчас пойдемте, я вам покажу, что там творится. А потом будем думать, что делать, как его ловить и вообще... Да и вообще, если честно, стоит ли здесь оставаться на самом деле. Может быть, стоит и правда переехать куда-то в другое место. Пойдем посмотрим. Расположился я, в общем, вот так. Прямо вот так над обрывом поставил машину. Здесь бардак. Люди вообще здесь ничего за собой не убирают. Абсолютно. Все в бутылках, банки, склянки. Ну, я решил, ничего вообще не буду убирать. Нафиг надо. Задолбался я уже за кем-то убираться постоянно. Все, с меня хватает. Сейчас пойду вот туда. Там амурчик играет, покажу вам. Одну закидушку я поставил вот там. Там есть такой выступ. О, кстати, а вон и рыба там. Рыба, рыба, рыба подошла. По-моему, это тоже амурчики. Блин. Вот я почему туда ее поставил, потому что в прошлый раз я видел тоже, что туда рыба подходит. Но сейчас вода, видите, облака отсвечивает. Поэтому вам на камеру вообще ничего не видно. Там сейчас стоит пару рыбин таких неплохих. Ладно. Здесь пока не видно, не буду снимать. И шугать особо не буду, потому что здесь и так машина стоит. Пойдемте туда сперва, покажу вам, что там творится. Вот здесь весь берег... Вот так вот изрыт. Это норы тушканчиков. Здесь пару раз уже чуть не навернулся. Идешь так, когда в воду смотришь, забудешься. Бах, в эту яму ушел по колено. Все абсолютно изрыто. Они нет-нет выскакивают. Немного попрыгают, попрыгают и обратно в нору прячутся. Вон, смотрите. Все изрыто. О, как после бомбежки. Вот здесь я поставил свои закидушки. Как раз вот здесь в прошлый раз сазан, вот он и плавал прям толпами вдоль берега, вот так стаи. О, стоп. А нет, это камень. Показалось. Но сейчас, видимо, потому что, может быть, я здесь хожу. Может быть, он и поэтому сюда не подходит. Я ж постоянно хожу, переставляю закидушки, потому что на них постоянно нависает трава.
приходится перезабрасывать. Вот не знаю, как быть. Может быть, мне поставить поменьше закидушек, парочку убрать, чтобы там не проводить так много времени на берегу. Вот смотрите, что творится. Все поизрыли здесь. Здесь, видимо, под землей полностью у них дом. Жилище. Вот такие глубокие норы у них. Так. Вот так вот, если тихо идти по берегу, особо резких движений не создавать, то вот как раз таки можно рыбу и посмотреть. Единственное, что сейчас нехорошо, то что солнце зашло, но оно сейчас выйдет. Облака, видите как? Сейчас как солнце вылезет из-за тучки, я поснимаю. Они вот там дальше, где вот тот куст, вот там напротив ходят. Прям их много-много. Сейчас просто не будет видно их, потому что облака отражаются от поверхности воды. И только их и видно. Сейчас я вот так обойду по дороге. И оттуда потихоньку подойду, поснимаю. Дождусь, пока солнце вылезет. Солнце, блин, залезло за облако и никак не вылазит. Уже устал ждать. В общем, смотрите, там что происходит. Сейчас, подождите. Сейчас такие здесь всплески были, блин. Не снимал, просто говорю, стою. Солнца дожидаюсь. Боюсь распугать просто рыбу. Здесь они прям, блин, ходят. Сейчас оттуда зайду потихоньку. Главное не спугнуть их. О! Вижу стаю сазана. Вот они теперь, где все оказываются. Блин. А я там на них поставил. Но, видимо, говорю, их сейчас там нет, потому что я там. Вот, смотрите. Стая сазана стоит. Вот они. Ё-моё. Только что у меня здесь стояла одна закидушка. Я сюда ставил одну. Потом убрал, думаю, в одно место все поставлю, потому что там кормлю. Вот видите, где облако попадает, там не видно нифига. Там его намного больше, чем сейчас видно в кадре. Вот они, сазанчики стоят. А там вот чуть дальше, в глубину. О, видели, плесканулся. Ох, ничего себе. А вот там дальше, в глубину, там амур ходит. Вот это, видать, он и плесканулся. И они прям всплывают на поверхность. Нет-нет. Блин, не знаю как. Даже поснимать не знаю как. Ну все, я здесь остаюсь. Я уже думал собираться уезжать, если честно. Ну вот смотрите, ну это не крупный сазанчик. Примерно такой весь стандартный. Но зато его очень много. Вон, смотрите, сколько. Вот оно. Стоит прямо возле берега. Не крупный. Сейчас посмотрим, кто еще подплывет сюда. Я думаю, покрупнее особи тоже должны подойти. Потому что в прошлый раз здесь разные размеры плавали. И мелкие, и крупные. Сейчас только мелочь видно, и вот амуров не видно, блин, из-за облаков. Ну, сейчас я все равно чуть подожду, когда солнце вылезет. Покажу вам амуров. Я думаю, вы такого никогда не видели. Впрочем, как и я. Ой, не знаю. По-моему, не судьба мне поснимать амура пока что. Эта туча прям сюда идет. Темно, не видно ничего.
Глазами-то нет-нет, видно. А вот на камеру точно не будет видно. Сазан здесь вон стоит, куча. В прошлый раз вот эта вся куча такая же стояла вот там, где у меня закидушки сейчас стоят. А теперь, видимо, потому что у меня там закидушки стоят, он вот здесь стоит. И вот дилемма, что делать. Если я начну здесь расставлять снасти, я его спугну. Это 100%. Вон, видели? Как быть, пока не понимаю. Скорее всего, я сейчас сделаю поплавочку с таким нормальным поплавком, который не будет топить. Буду вставать выше по течению и спускать его вот так вот к этой толпе. Посмотрим, будет брать сазанчик или нет. Вылезло солнце, и сазанчик сразу от берега начал отходить. Уж не знаю, это они меня увидели. Или вообще, в принципе. Они вот они отошли. Там чуть подальше встали в глубину. Амура пока не вижу я. Может быть, он куда-то переместился. Ну вот именно где сейчас вот стоят эти сазанчики. И чуть дальше, на глубине, там вот как раз амурчики. Солнце то вылезет, то опять зайдет за тучку. Ну-ка попробую встать. А вот они опять подходят ближе к берегу. Так, смотрите. А? Классно, да? Сколько сазана. Ну, на камеру всех не видно, видно вот близких самых к берегу. А там чуть дальше в глубине, там вообще толпа стоит. Так, амура, амура надо показать вам. Сейчас встану, надеюсь, не испугаются они. Так, вроде бы не боятся. Опять солнце залезло за тучку. А там дальше вообще вон облака идут. Вообще не поснимаешь. Только что вроде бы небо расчистилось, более-менее чистое было, и вот буквально чуть-чуть прошло времени и затянуло все опять облаками. Там туча, видите, дальше вообще идет какая-то с дождем, и по-моему она сюда идет, а вот там чисто полностью. Я не знаю. Может быть, и дождь будет. Ну, сазана, ё-моё, как же его там много. О, солнышко. Сейчас пойдем амура посмотрим. Сорвало одну закидушку. Непонятно, то ли это водоросли, то ли кто-то клюнул действительно. Что-то еще натягивает так. Ну, кто там? Понял, рыба что ли? Да ладно. А чё он не звенел нифига? Да, рыба. Но он толком вообще не звенел. Я и не слышал. Ничего себе. Похоже, сазанчика поймал. Да я амура поймал. Ничего себе. Только говорю, амурчики плавают. Я амура поймал. Нифига себе. Вот это новости. И даже не слышал поклевку, хотя рядом здесь хожу. Ничего себе. Вот это да. Тише, тише, дружище, тише. Смотрите, амурчик. Да еще и неплохой такой амурчик. Конечно, не гигант.
на десяточку. Ну, тоже такой экземпляр, нехилый. Блин, извиняюсь, я не могу, я просто, блин, счастье, полные штаны. А я уже хотел отсюда сваливать, честно скажу. Думаю, ну нет. Смотрите. Иди-ка сюда, дружок. Нифига себе. Ну и чё? Смотрите сюда. Ничего себе. Нифига себе. О. Вот это я амуренцию взял на ровном месте. Сазан, говорю, не плавает. Да нафиг бы он и нужен был, да? Вот это, да? Так, ну чё, взвешивать будем? Ну-ка, стой, амур. Не возникай. Ё-моё. Так, ну чё я подумал? Проведем взвешивание. Уж больно мне интересно, сколько эта рыбёха весит. Давайте посмотрим. Ку-ку. Не посмотрим. А, нет, посмотрим. Думал, весы накрылись. А, все, обрызгал. Блин. Ну не дергайся. Так, сколько? 5. Блин, тяжелый. 5800, 5900, короче. Но это еще минус садок 400 грамм. Ну, где-то 5,5 килограмм, в общем. Так получается этот амурчик. Ничего себе он пузатый. Нифига себе. Так, не хочу, чтобы он сильно травмировался. Обсадок. О! Так вот. О, блин. Поймал. Не дергайся. Смотрите. Оп. Вот таких вот рыб я сегодня ловлю. Ну, пока, правда, одного всего поймал. Но все равно приятно. Смотрите, пошел. Фу, классный амур. Фу. Вот это я понимаю начало рыбалки, да? Интересное такое. Многообещающее. Ой, не знаю. Просто неожиданно. Я вот ходил, снимал. Потом иду назад, когда смотрю, закидушка вот эта сорвана. Я думал, опять понависла там водоросли и так далее. Думаю, пойду ее сейчас перезакину. И просто на всякий случай взял подсак с собой. Там, оказывается, амур сидит на 5 килограмм. Ничего себе. Вот видите, не зря я в это место приехал все-таки. Ох, и не зря. 2 недели собирался. Правда.
но приехал именно сюда. Все, опять начался ветер. Обалденный. Ну, это вот тучи, то, что проходят здесь. Хорошо, что чуть-чуть стороной. Там дождь льет конкретный. Лишь бы за ними там разъяснилось потом, когда они пройдут. О, кстати, солнышко чуть вылезло. Можно понаблюдать. Вот там такой идет как бугор. Он вот так вот от берега начинается. И вот так вот загибается. И вот за ним, прям к нему, рыба подходит и встает, и стоит. И порой видно, прям очень крупные там стоят. Но я не знаю, правда, отсюда не разберешь, кто там. Скорее всего, тоже амурчики. Прям крупные такие хвосты вот там встают и стоят. Ладно, я буду пережидать ветер, в общем. Если что будет, то включусь. А пока по ветру и не слышно, сами понимаете. И съемка не очень. Ну и чё, сижу уже полчаса в машине, ветер без остановки дует, вроде бы чуть подуспокоится, потом опять как даст. А почему сижу в машине? Потому что покрылся весь пылью с ног до головы, на зубах хрустит, глаза закрыты, все полностью пылью. Видите, место такое у меня здесь, пыль. Поэтому и особо раскладываться здесь неохота. Все в пыли, блин. Ну ничего не поделаешь. На место я на это собирался попасть. Попал. Буду здесь рыбачить теперь. Надеюсь, ветер просто закончится скоро. Потому что тучка вроде бы там проходит. Дальше вроде бы чистое небо. Посмотрим. В общем, буду сидеть так. Сорвало еще одну закидушку. Пока в машине сидел, увидел. Но это, по-моему, трава просто нависла. Ну да, скорее всего. Не похоже, чтобы это была поклевка. Да, просто трава. Ну вот, все равно приходится вот так бегать. Правда, кукурузу можно не менять. Она остается всегда на месте. Ветер никак не прекратится. Ну и похоже, что и тучки еще больше только набегают. Так что не знаю, может быть, сегодня о рыбалке можно будет забыть. Посмотрим. Ветер временами то начнется, то закончится. Ну, сейчас пока более-менее такой не очень сильный. Сделал поплавочку вот такого плана с огромным поплавком, чтобы его не топило течение. Ну, 5-метровая удочка. Даже подсак взял на всякий случай. Пойдем ту стайку сазанчика погоняем, посмотрим, будет она клевать или нет. Взял вот эту обычную кукурузу вареную. Закидушки пока молчат. Ну, вот так примерно будет выглядеть эта снасть. Буду ее прям вот так опускать вниз по течению. Поплавок, надеюсь, не будет тонуть. Посмотрим, сейчас проверим. Ну, это самый огромный, какой есть. Я пробовал с обычным поплавком. Просто тонет, смысла нет никакого. Так, кстати, надо потише здесь. Что-то я слишком близко, по-моему, встал. Так, ну что? Кукурузина. Крючок небольшой поставил. Кстати, там чуть ниже этого карася. Ой, блин, сазана. Уже везде карась чудится. Амур тоже плавает. Сейчас вот так потихоньку стравим туда, прям в эту стайку. Даже, наверное, не так. Даже, наверное, сперва дальше закину, чтобы не зацепилось ни за что.
стравлю туда потихоньку. Самому интересно, клюнет, нет он так. Примерно запомнил, где они стоят. Где-то вот отсюда, наверное, начнем вот так вот. Потихоньку прям буду опускать ниже по течению. Там, кстати, эта стайка все больше и больше становится. Уже видны такие там особи, более-менее приличные. Держу сейчас прям там над стайкой поплавок. Не хочет брать сазанчик. Ведь их там много. Хоть какой-нибудь соблазнился бы клюнул. Нет, вообще не хотят. Есть там поклевка. Я надеюсь, что это поклевка. Сейчас пойдем смотреть. Да. Ё-моё, кто там? Я просто офигею, если там опять амур. И опять вот клюет на одну закидушку. Второй раз на одну и ту же. Нет, сазанчик. Блин, нормальный сазанчик. Хороший. Это хороший сазанчик. Не огромный, конечно, но такой пухленький. О, какой! Вот такой пузатик. Так, отпускаем. Ну, вот такого плана там сазанчики стоят. Только на удочку не хотят никак клевать почему-то. Вот сейчас поставил там вот так вот поплавок. Сазанчик чуть-чуть отошел от берега. Так, некоторых видно, также возле берега, что плавают. Но в основном отдалились они уже, вот как стемнело. Блин, только что была поклевка. Не заснял, клюнул все-таки сазанчик. Блин, почему-то не просекся нормально, что ли. Сейчас вечереет, видимо, они должны брать. Я потихоньку сейчас травил туда вниз. Взял, чуть-чуть переделал, добавил еще один грузик сюда, чтобы потяжелее было. Ну вот он взял, блин, но не засекся. Крючок, может, маловатый. Может, мне крючок сюда побольше поставить? Я думаю, с большим крючком он бы не сошел. Ну, блин, хорошо, уже поклевка была, уже хорошо. Видимо, пока я камеру включал, слабину дал. Поэтому он спрыгнул. Сейчас вот так вот поставлю.
пойду оттуда смотреть, что будет происходить там. Вообще, есть ли там реакция рыбы на мои снасти. А вот и карась вездесущий. Тоже здесь ловится. Он еще и поймался вот там, вот далеко, за тем перекатом. Сейчас перезабросил наконец-то закидушки, а то я с этой удочкой бегаю туда-сюда. Решил, что все-таки надо закидушки переставить. Сколько можно удочкой заниматься. Мощнейшая поклевка случилась. Сейчас посмотрим, кто там. Нормально дернул так, звонко. Ух ты! Плохой сазанчик опять. Ух ты! Ушел. Блин. Хороший был такой крупный сазанчик. Ну ничего, и такое бывает. Ничего не подделаешь. Бывает. Ничего страшного. Ну хороший был. Очень хороший. Ну что, ночную рыбалку заказывали. Иду, там пару закидушек сорвало. Травой, видимо. Даже подсак не стал брать. Хотя вот здесь, блин, ну да, наверное, травой. Сейчас туда шел, раков столько было. Куда они все подевались? Вот они. Раки. Раз, два. Три, о, какой хороший. Вот этот нормальный экземпляр. А выше тоже были. Так, вот здесь случайно у меня не рыба сидит. А то я подсак-то и не взял. Загнуло как серьезно. Так, пауки, как всегда. На берегу шумнее, чем днем ночью. Не смог уснуть. Душно. Вообще нос заложило весь день на ветру. Что-то лежал, мучился. Думаю, пойду закидушки переставлю, чтобы с утра потом кого-нибудь снять. Ну, потому что вот они бесполезно, получается, стоят в траве все. Сейчас, короче, перезакину все. Может, еще чуть посижу. Блин, думаю, что весь берег блестит, а здесь глаза пауков. Вот это вот разновидность тарантулов. Вот он сидит. Блин, не знаю, будет видно, не будет вам на камеру. Полно их по берегу. Но этот маленький, а это вообще по берегу бывают вот такие прям, они огромные. В норах живут. Порой ночью выходишь, и их прям вот таких вот дофига по берегу сидит. Прям такие лохматые все. Так что вот такая здесь живность. Но, блин, мошкара всякая тоже атакует. Поналетели. Вон, смотрите, сколько их.
как же у этих пауков глаза светятся. Прямо издалека видно. Вот смотрите, побольше паучара. Вот он. Такой уже серьезный. Вон он. О, какой. Тарантул. Ну, одна из разновидностей тарантула. Вон какой. Вот так вот. Утром опять ветер. Закидушки, разумеется, все посносило. Ну, что-то вон та последняя дергается. Может быть, на ней что-то и сидит даже. Остальные все вот так вот понависла трава. На ней на единственной все-таки попался сазанчик. Хотя как не крупный, но довольно нормальный. Такой батончик. Ну что ж ты делаешь? Тише, тише. Вот такой вот. Я сегодня хотел в садок складывать рыбу. Ну пока ладно. Пока ладно. Да блин. Вот это у меня обрызгал всего. Вот так выглядит снасть поутру, заброшенная вечером. Смотрите. Здесь вон раки что-то делают. Непонятно, что-то происходит здесь. Рак выпотрошенный. Ничего не понял. И этот тоже. Ничего не понял, если честно. Просто выпотрошенные раки. Разорванный, выпотрошенный. Вот клешня тоже пустая внутри. Только маленькие лапки целые там с мясом. Вот это да. Непонятно. Не оставляю я надежды поймать на вот эту вот крайнюю закидушку что-нибудь. Сейчас в сапогах зайду. Может быть, как-то аккуратно там ее поставлю. Но она слишком быстро затягивается водорослями. Течение сильное, глубина небольшая. Так, ну все, дальше не могу я идти. Глубина не позволит. Ну вот, блин, где-то здесь она должна стоять, но так ничего не видно. Сверху-то хорошо видно, а отсюда ничего не видно. Все равно буду ее до последнего здесь ставить. Кто знает, потому что подходит туда рыба. Вот вчера не получилось у меня показать то, что
погода не позволила. Солнце ушло. Вот туда рыба подходит прям очень крупная. Именно на этот перекатик. Вот подошли амуры. Это место, куда вот я одну закидушку закидываю. Говорил же, что вот сюда они приплывают. Прям огромные. Я не знаю, честно. Я вот сейчас в камеру смотрю, я их не вижу. Я не знаю, видите ли вы их сейчас или нет. Но там штук 5 амуров огромных прям плавают. У меня там закинута закидушка, но я не знаю, где она точно там стоит. Потому что, когда там возле воды стоишь, не видишь, куда забрасываешь. Это отсюда все хорошо видно. В общем, не знаю, видно нет. Но вот здесь вот, вот. О-о-о-о. Клюнул, что ли? Как раз эту закидушку сорвало. Нет, это не клюнул. Это все-таки водорослями сорвало. Блин, и всех амуров расшугало как раз. Так, сейчас я как раз намечу. Вот, где вот сейчас вот мою леску тянут водоросли. Вот здесь они прям стояли. Я не знаю, заснял, не заснял. Туда я вообще тыкал, нет. Ну все, сейчас они свалили, наверное. Там штук 5 было амуров. Прям огромных амуров. Они вот толпой вот туда подходят. Вот к этому перекатику. И там стоят вот, как идет вот этот вот бугорок такой. За ним стоят постоянно. Не знаю, что они там делают. Ладно, сейчас пойду перебрасывать. Может быть, и клюнет все-таки там у меня он. Ну что я могу сказать, рыба сегодня не клюет, вообще причем. Ветер, дождик, ветер, дождик. Только что сильный ветер где-то в течение часа вообще без остановки дул. Сидел в машине, вообще не вылазил все это время, чуть не уснул уже. Сейчас смотрю, вот подуспокоилась чуток. Думаю, выйду, закидушки переставлю. Даже закармливать не буду сегодня, потому что, ну, вообще смысла нет от рыбалки. Я вон там сазанчики, которые стоят, я им что только под нос прям не пихал. И кукурузу, и хлеб, все что угодно, вообще ни одной поклевки. Поэтому я лучше на завтра, на утро настроюсь на рыбалку. Сейчас перезаброшу и пойду спать, прям сейчас лягу. А с утра пораньше встану и начнем дальше двигаться, пробовать рыбачить. Ну а сегодня вот так, видимо, вот эта вот погода играет роль какую-то. То, что клёва нет. Ну что, сутки без поклёвок на закидушке. Иду на ультралайт ловить.
Я здесь, пока сюда подхожу, каждый раз вижу, как амуры вот здесь, прямо возле берега, огромные плавают. И видят же меня как-то. Вот я только вот так вот даже подхожу издалека. Они раз, сразу в глубину уходят. А так стоят прямо на мелике. Я вот что думаю. Может быть, мне сделать сюда выезд чисто на этого амура поохотиться, раз его так много, на камыш половить. В общем, давайте, если вам будет это интересно, напишите в комментариях, что хотите увидеть такую рыбалку. Я приеду вот именно в это место, сделаю снасти на камыш. Будет сложно опять-таки, из-за того, что трава постоянно плывет. Но я попытаюсь. В общем, пишите, если вам будет это интересно. Попробуем на него поохотиться. Но его, правда, здесь очень много. Я никогда такого не видел. Но опять-таки, я бы этого и не увидел, если бы не вот этот берег. За счет него только так получается рыбу здесь всю рассматривать, ходить. Так, сазанчиков пока не видно. Сейчас попробуем на ультралайт здесь, в этой ямке половить. Чем рыбе приглянулось именно это место, я, если честно, понять не могу. Здесь у нас особой глубины нет. И течение, как и везде, в принципе. Он почему-то вот здесь именно собирается рыба. Я сейчас погоняю так просто на ультралайт. Посмотрим, кто здесь будет клевать. Сазанчик пока не вышел еще на берег. Не знаю, может быть, и не выйдет. Но зато амуры как плавали, так и плавают. Но единственная рыба вообще никакая не клюет. Ни амуры, ни сазаны вообще отказываются. Вообще не знаю. Ну вот, в этот раз я реально увидел, как погода влияет на клев. То ли то, что было первый день, когда я приехал. Какой клев был мощный. То ли теперь вообще тишина. Сейчас попробуем хоть как-то половить. Блин, ну трава. Ну, червя кончик откусывают, и все, мелочь. Вот рыба, которая клюет всегда. Это воблочка мелкая. Крючок у меня не самый маленький стоит, поэтому там прям самые мелкие не попадаются. Они дергают, но не цепляются. Вот такие вот, чуть покрупнее, уже берут. Если сазанчик клюнет, будет вообще, конечно, интересно. Вот вам онлайн то, что происходит под водой, когда я ловлю на ультралайт. Смотрите. Это мелкие жерешки, им в рот не залезет такой крючок. Поэтому они навряд ли попадутся, но кукурузу он дергает только так. Если покрупнее подойдет, вот, например, там есть один, вот он, покрупнее. Вот он заглотит. Нет, это не жерешок, это воблочка. Похоже, что все это воблочки мелкие. Я думал, это жерешки. Да, похоже, все. Ну, здесь интересное место, почему-то здесь рыба стоит вот. Именно вот здесь. Вот и мелочи полно. Я почему здесь хожу? Я думаю, у меня закидушки-то там стоят, чуть ниже. Я думаю, похожу здесь, пошугаю рыбу. Может быть, она туда спустится, как раз к моим закидушкам. В общем, вот такой вот дурацкий план. Но я все равно это сейчас сделаю.
чуть-чуть здесь. Потому что амуры вот здесь вот они ходят тоже. Прямо здесь. Ну что вот им здесь делать? Даже не представляю. Я сюда еще не подходил ни разу, чтобы рыбу не шугать. Вот теперь я это делаю намеренно. Вон рыбы полно здесь просто. Мелкий, правда, на данный момент. Что здесь в этом месте такого интересного для рыбы, я все равно понять не могу. Ну вот, ходил я в надежде там рыбу шугнуть в свою сторону. Но нифига, вон там амур стоит. Вот там прямо. Я понял, что он делает. Он вот эту вот траву со дна щипает, которая там растет на дне. Вон он, здоровый прям амур. Вот как его поймать? Как? Непонятно. Просто вон он стоит, ничего не боится. О, видели? Плесканулся один. Не знаю, уже ничего не могу придумать. Не было бы водорослей вот этих, которые плывут. Все было бы намного проще. Я бы поставил бы и здесь снасть. Просто ушел бы и забыл про нее. Но это невозможно сделать. Смотрите, леска. Это с моей закидушки. Такая понятнее. Ну, похоже, трава так понависла, что всю катушку размотала. Ничего себе, куда утащила. Или это рыба? Ничего, для рыбы слишком легко идет. Или это была рыба, но она сорвалась. Скорее всего, трава. Но вот то, что я сейчас тащу, не похоже, что всю катушку вот так могла размотать эта трава. Вот. Теперь похоже. Теперь похоже. Да нет, это похоже поклевка была. Что-то все это дело слишком далеко от берега как-то находится. Трава бы, наверное, плыла бы вдоль берега как-то. Непонятно. Что ж такое? Возможно, это была поклевка. Утащил он просто подальше. Там сорвался. Потом уже трава понависла. В общем, уровень воды еще больше начал падать. Поэтому я думаю, блин, здесь уже рыбалки особо не будет. Рыбы не видно вообще никакой, только мелочь. А нет, смотрите-ка, это сазанчик, оказывается. Ничего себе, столько времени выматывал, а чё он не сопротивлялся вообще? Это сазанчик, оказывается, сидит. Чё, я домой с рыбой поеду, что ли? Или он слишком мелкий? Вон он, сазанчик, оказывается. А я хожу здесь, гадаю, что это случилось. Вроде бы не крупный,
как он всю катушку вымотать мог. Ну, вот такой вариант. Нормальный такой сазанчик. Не, ну хороший, да, но, блин, не, не буду. Маловат все равно. Маловат. Пусть этот плавает. Ну хороший такой, пузатенький. Ну все равно, вот, хотя бы такой килограммчика 3 бы поймать. Совсем другое дело бы было. Нормальный такой жерех. Короче, собрал донки. Здесь поставил туда, вместе, где амур-сазан плавает, две штучки. А здесь решил пройтись. Жереха половить. Здесь решил пройтись жереха половить напоследок. Думаю, домой пару штучек поймать. Вот как раз на том перекатике, где я стою, вот здесь у меня донки стояли, просто заметил, что жерех играет. Ну, сейчас парочку поймаю, домой заберу. Блин, какая поклевка. Вот я не заснял. Короче, тяну вот так снизу вверх. Отсюда идет стая малька. Убегают от кого-то. И тут этот жерех прямо оттуда вот так прямо на мою блесну выскочил. Я не знаю, как он ее увидел так далеко. Офигеть. Ну, пойдет. Рыбки, в принципе, домой уже наловил. Можно будет еще сейчас попробовать побросать. Может быть, еще кто клюнет. Ну, в общем, все. Я выехал домой, уже собрался. Спасибо, что досмотрели до конца. Еще раз повторюсь, если хотите увидеть там рыбалку на амура именно, то обязательно напишите в комментариях, я сделаю такой выезд отдельно. Потому что там очень много амура, там не один, не два, а прям я его очень много видел. И разных размеров, и большие, и маленькие. Правда, и сазана тоже хватает, но сазана я и так неплохо половил, а вот хотелось бы именно амура половить. Ну а вам также отличного настроения, хороших рыбалок, хорошего отдыха. Спасибо, что досмотрели. Все, всем пока-пока.